А у нас зарождаются свои не менее яркие звезды. Так простой парень Рамиль, учащийся на сварщика, за одну ночь переквалифицировался в певца и уже собирает толпы фанатов. Мы разузнали, в чем его секрет. Нынешним исполнителям не нужно годами записывать песни, оттачивать стиль и тратить тысячи долларов на продвижение себя как артиста. Нужна камера, хороший голос и определенная харизма. Это подтверждает певец Рамиль. Все началось изначально с Инстаграма, с моего видео, которое я записал в машине. На внезапно свалившиеся предложения и славу исполнитель хита «Бомбалейла» реагирует спокойно. Непонятно такое чувство. Когда ты был обычным парнем, учился на сварщика, техниками, и тут бам, такой просто взрыв. Я до сих пор, возможно, даже не понимаю, что это такое. К карьере певца Рамиль не стремится. Как и у всех, вопрос упирался в кэш. Я не шел даже к этому. Я просто записывал для себя. Я, как всегда, думал с детства, что все упирается в деньги. А таковых у меня не было. Несмотря на свежесвалившуюся известность, артист уже успел ввязаться в конфликт с известными исполнителями Хамали и Наваи. У них есть строчки в треке «Но хочешь, я к тебе приеду». У них «Не хочу, чтоб ты плакала, плакала» у них. И у нас «Не прошу, чтоб ты плакала, плакала» Айбала. «Не прошу, чтоб ты плакала, плакала». По словам Рамиля, конфликт пока не разрешился. Сейчас новоиспеченный певец наслаждается всеобщим вниманием. И чтобы навсегда запомнить песню, принесшую ему известность, набил название трека у себя на груди. Живу сегодняшним днем. Вот мне по кайфу я сделал. Ты хочешь со мной или хочешь на движ? Ну что же ты вся горе? Шептала мне о любви.